Этот автомобиль еще не готов к выездам для оказания скорой медицинской помощи. Машину утепляют. Первый выезд фельдшеры планируют на этой неделе. Машина будет обслуживать жителей города Ленска и близлежащих поселений. Автомобиль укомплектован новым медицинским оборудованием, и оно запечатано на заводскую упаковку. В комплекте аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, монитор параметров состояния здоровья пациента, аппарат ЭКГ, набор различных медицинских шин для пациентов с травмами. Также скорая помощь укомплектована реанимационными сумками. Машину Ленской ЦРБ оплатил федеральный бюджет по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Валентина Фирстова, Олег Соснин, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».